Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, это Принцип Талоса II, дополнение Road to Elysium, Вознесение. Вознесение Орфея – это часть этого дополнения. Их три, этих части. Мы начали, в общем-то, все по порядку. Так вот, дорога в Элизиум. Мы продолжим. У нас 6% прогресс. И мы сделали с вами... Мы сделали всего лишь одно задание. Так вот, я, естественно, посмотрела, протестила предыдущую запись. Да, звук по-другому звучит. Но дело в том, что, как я и говорю, другой компьютер, другие настройки. Другой... Ну, микрофон тот же, но только... скажем так, по-другому он стоит. И в другие места его поставить нельзя. Слушай, тут что-то есть, да? А куда я иду вообще? Так вот, наверняка тут... Ай-яй-яй! Это... Огонечек Прометея, как тебя взять? А вот так вот тебя взять. Я добавил код, который поможет тебе обойти несколько загадок, если застрянешь. Не самая моя лучшая работа, но со своей задачей чего-то там трам-пам-пам. Да, это те самые огоньки Прометея. Смотри-ка, они... О, тут есть QR-код. Трам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Неизвестная ошибка. Почему неизвестная ошибка? Мысли... А почему я не могу это прочитать? Мне надо какую-то специальную программу. Короче, они любят, разработчики, вставлять какие-нибудь коды. Не помню, как это называется. Есть название у этого кода. Его можно расшифровать, что-нибудь прочитать, что какой-нибудь там орел куда-нибудь приземлился. Ну, кто знает Талоса, знает, о чем я говорю. Так вот... Я решила только одну загадку. Тут интересные вещи на пересечении... Подожди, они... Это было? В прошлый раз тоже? Нет ничего радостнее, чем обнаружить то, что невозможно даже вообразить. В этот миг ты понимаешь, что мир лучше, чем кажется. Она тут была в прошлый раз? То есть, вот я хотела сказать, мы решили с вами первую загадку. Она тут была? Офигеть. Вот тебе и Ви, внимание. Вот, идем во вторую. Вторую я пыталась решить, я поняла вот что. Мы пойдем в обход. Надо не торопиться. Здесь новая механика пока, которая заключается в том, чтобы, во-первых, пересекать эти вот линии. Вот они там все пересекаются. И вычислять, в какой последовательности их пересекать и так далее. Короче, задача на то, где надо думать. Слушай, вазочка. Копнуть. О, я на базе. Интересно, это специально так? Это для чего-то надо? Да, я вижу этот самый мониторчик. Давайте мы его прочтем. Критическая ошибка. Мы сдоили все системы. Сбой всех систем. Подлежит восстановлению. Мир. ТТП. Восстановить мир. ТТП. Этическая философия жизни. Феликс Адлер. Выделено пользователям. За тех, кого мы любим, мы должны держаться духовно в наши последние минуты. Взаимосвязь с ними ярко ощущается, словно контрастируя в самые последние мгновения, когда наша смертная... связь с ними вот-вот оборвется. И переплетение наших жизней, сопричастность к их жизни, лишь часть нашего сосуществования, а не существования, в бесконечном многообразии жизни духовной. Мысль об этом воспринимается не как знание, а как мгновенный опыт, рождает спокойствие, превосходящее понимание. И только на лоне этого спокойствия можем мы безбоязненно покинуть это царство времени и пространства. А у меня вопрос. А нельзя было нормально это написать? Я понимаю, что это типа полустертое такое. Но у меня глаза-то тоже полусотрутся, если это буду так читать дальше. Ага, мир. Дальше что? Бог. Поехали к Богу. За Богом. Так, эссе. Первая серия. Ральф Удо Эмерсон. Выделено пользователям. Так
мы учимся любви, не знающей ни пола, ни личности, ни пристрастия, но идущей добродетель, ищущей добродетели, мудрость повсюду, чтобы множить их. По своей природе мы наблюдатели, а потому и ученики. Это наше постоянное состояние, но нам часто кажется, что влечение – лишь шатер в ночи. Медленно и болезненно, но объекты влечения меняются, как и объекты мысли. Порой влечение управляет человеком и поглощает его, делает его счастье зависимым от личности или личности. Но в здравии разум снова проясняется. Его необъятное хранилище, освещенное галактическими негасимыми огнями, галактиками негасимых огней. Я не могу читать этот текст. Давайте вы его сами почитаете. И теплые любовь и страх, которые затмили нам взор, словно тучи, должны отбросить свою конечную сущность и слиться с Богом, чтобы достичь своего совершенства. Тексты умные, но что-то как-то вот у меня сейчас вот прям вот точно не настроение для каких-то проникновений и откровений. А тут еще у нас есть любовь и боль. А почему вечность? А где любовь? Это как это так? Вечность значится тут. Так, раскрытая вечность. Тео Эркенвальд. Выделено пользователем. Какой я христианин, если меня почти не волнуют догмы? Вот. Такой, что своими помыслами и поступками я следую откровению Иисуса Христа о том, что любовь превыше всего сущего. Любовь – это божественная природа, и в то же время природа того, что было создано по его подобию. Я понял это благодаря откровению, которое стало последняя жизнь. Осознанно осознал через тяжкий труд, беды, борьбу и бесконечную силу, дарующую облегчение и радость. Поэтому я отвергаю тех, кто верит, что обычная любовь смертных ограничена и заканчивается смертью. Это через любовь мы достигаем бессмертия души, ведь она раскрывает нам то, что вечность постижима человеческим разумом, когда душа наполнена любовью. А раз уж мы можем любить других вечно, это действительно значит, что мы дети Божьи. Ах, ну да, у нас же был и эпиграф к этому прохождению тоже про любовь к вещам или любовь вещи. Так, ладно, поехали, восстановим боль. Архивные письма. Ошибка имени пользователя. Выделено пользователем. У меня осталось не так много времени. Кто бы мог подумать, что все так закончится, что я умру в одиночестве в моей квартире, размышляя о том, что бы изменилось, если бы мы получили тот дурацкий грант. В основном я думаю о том, почему мы не вместе. До сих пор непонятно. Не знаю, почему в тебе было столько боли. Не знаю, почему она так быстро отравила все, что у нас было. Не знаю, почему моя любовь осталась с тобой незамечена. Почему мои слова были тобой искажены. Меня так долго терзали гнев и разочарование, но теперь я жалею о том, что мне так и не удалось найти способ унять эту боль. С этим я не могу смириться. Жаль, что тебя здесь нет. Wish you will hear. Текст. Немножечко. Немножечко. Всяческих текстов, и мы пошли решать загадку. В конце концов, все это хорошо, но загадочки надо решать. Так вот, пересечение реки. Значит, смотри, я тут на Медне думала. О чем я думала? Я думала о том, что у нас есть два коннектора, и и 6. То есть, короче, половиной надо сделать половину, а другой половиной надо сделать другую половину. Вам понятно? Надеюсь, что да. Так вот, смотри, предположим, вот один. Мы прервем. Мы уже делали так. Нет, так не надо, подожди. Давай так. Так, и предположим так.
мы прерываем какой лучик? Ага, мы прерываем этот лучик. Теперь этим коннектором мы должны сделать в принципе то же самое. Наверное. Но с этой стороны еще добавить, да? Нет? Или с этой? А, не, подожди, ты же этот источник красного. Нам не надо источник красного. Так. Не-не-не. По сути, мне надо тебя перебить. Не, но он не восстановится. Перебить два луча. То есть, смотри, этим мы сейчас перебили один луч. Один перебили. Так, отсюда и сюда. На исходящий, да? На исходящий. Надо перебить, наверное, тобой. Давай-ка. Так, и на источник. Но мы не перебили, потому что синий сюда не доходит. А подцепили мы красный. Так. Тогда, по идее, мы должны, наверное... Нет, подожди-ка, брось. Источник. Вот эта штука. И, ну, соответственно, это, наверное, рано, но, тем не менее, попробую. Нет, да, не перебили. Но начинать надо отсюда, подожди, и начинать надо даже... вот туда мы перебьем этот, подцепимся к этому и сюда, ну-ка. Хрен бы, да? Сейчас, подожди. Не-не, а почему же ты... Подожди, а почему ты этот не перебиваешь? Что, выше находится, что ли? Такое впечатление, что они вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь вот не пересекаются. Что странно. Либо мне надо перебивать это дело не синим, а перебивать это дело красным. Вот как-то так. Смотри, вот мы перебили, да, луч? Так, сохранили связи. Теперь мы подсоединим это сюда и подсоединим сюда. Понятно, что ничего не получится. Но давайте посмотрим, по крайней мере, что у нас получится. Да, сюда идет красный. Почему? Покачину и покачерышки. Потому что мы подцепили здесь как источник. Если мы его переключим... Нет. Но мы его перек... Слушай, смотри. Один должен заниматься перекрыванием.
Точно, смотри, один должен заниматься просто перекрыванием. Вот, все, мы тебя перекрыли, и теперь бы мне еще тебя перекрыть. Или вообще все в этой части перекрыть. А ну-ка, давай тебя еще подцепим. Эту линию мы не перекрыли, да? А мы ее и не перекроем. Вот, а этот, мы должны для него, наверное, дорогу проложить вот так вот, чтобы он туда напрямую шел, к синему, я так думаю. Давай-ка мы поставим так, чтобы не мешать. Вот, и получается, тебе надо перекрыть две. Теоретически, наверное, это возможно, я так думаю. Вот, смотри, раз. Сейчас еще раз туда попробуем. Ну. Ага, оно исчезнет. Но, смотри, если мы при этом сохраним связи и попробуем бахнем туда. Сейчас мы сюда запустим зеленый луч. Подожди, а что ты не соединился? Как-то все очень сложненько получилось. Подожди. Я тебя сейчас сюда тоже добавлю. Соединить все совсем. Нет, теперь он сюда красный идет. Ну подожди, красный. Вот себе тут карму портит. Бегом! Нет. Хорошо, подожди, если он тебе портит карму, давай мы тебя уберем, соединим. А, так можно было и не бежать. Вау! Взрослея, я понимала, что чем больше я развивала это самоощущение, тем сильнее мне нравилось просто существовать. Мое существование улучшило не самоотверженность, а моя изящность. Когда древние говорили, что от этого лучше избавиться, они были неправы. Нужно укреплять его, придавать ему форму. Это шедевр искусства. Восстановление идет, продолжая 1К. Продолжай. Слушай, а как я это сделала? Вот вы меня сейчас попросите повторить, я ведь не смогу. Не, ну принцип был понятен, что надо отключать там одно, второе, третье, это все потихонечку. Наверное, другие задачки будут такие же. Пошли посмотрим. Да, уже две загадки. Торопиться не будем, друзья мои. Торопиться мы будем. Последовательность. Мать. И мачеха. А это что такое? А, мы здесь уже были. А зачем мы это можем видеть? Это... Там что-то есть? Так, что это? Это...
штучка, которая убирает что? Пятна. Давай мы тебя запитаем. Не знаю, зачем, но предположим. Ой, подожди, что это я сделала? А почему ты вдруг синий-то стал? Так, короче... В конечном варианте мне нужно красный сюда. И все, да? Вот от себя надо запитать красным. Но тут у нас вреднючий синий. А как ты работал? Дай-ка бог памяти, как же ты работал-то? В общем, мне тобою. Господи. Тобою мне надо перебить. Как-то перебить твой луч мне надо. Тобою. Ну, вот. Поставить себя сюда. Поставить себя сюда. Луч перебить. Еще ничего не значит. Блин. Да нет, туда мне не надо, подожди. Мне надо... чтобы тебя перебить. Подожди, отсюда я в тебя не попаду, да? Или попаду? Тут же есть кармашек. Попаду. И толку-то от этого. Зачем? Просто чтобы я его отсюда не вытащила. Так, тогда подожди, а каким образом? Предположим, так, так и так. У нас тут... Прекрасно. Окей, так, сохранить это, выбрать. Зачем мне становиться на сюда? Чтобы пошел красный луч, так? То есть тебя мне надо разрядить. Но он же не перезарядится, да, если я сейчас вот направлю на него луч. Вот сейчас. Так, вот, секундочку, держится. Ну? Подожди,
подожди, а зачем мне синий? Подожди, а зачем мне вообще нафиг синий? Подожди. Я вот туда просто его пущу и сюда, так? Почему он там не перебивает? Почему вот это теперь не перебивает? А, потому что должен быть луч, а не просто линия. Да, хорошо, подожди, но если я встану, у меня же будет линия. Теоретически должно сработать, нет? Должно работать. Вот. Замечательно. Думаю, мои выводы о ценности себя были искренними. Но я, разумеется, была совершенно неопытна. Фактически, во многом я была похожа на человеческое дитя. Я начала злиться на все, что портило это ощущение себя. На мои обязательства перед другими, на наших лидеров Афину и Корнелия. Даже на логичные ограничения, наложенные на нас обстоятельствами. Почему я должна существовать в этот отдельный исторический миг и нести бремя возрождения цивилизации? Интересно, здесь есть что-нибудь типа звезды? Ну ладно. Так, три задачки решены. А где четвертая? По-моему, куда-то туда, да, была? Да. Так, четвертая. Что у нас тут? Необъятность. И сюда мне не пройти. Явно отсюда надо забрать. Я еще не знаю для чего, но явно надо. Так, ну, алло. Что мы там открыли? Мы что-то открыли. А, мы эту дверь открыли. Окей. Нам нужен сыный. Сыный нам нужен. Сыны. А желтый нам нужен? Я не могу тебя сюда поставить. Я не могу. Подняться ногу. Вся проблема в том, что я никогда до конца вот эти вот принципы пересечения линий не поднимала. Не понимала. Ну, не то, что не понимала, а не... Действительно, не поднимала. И делала всегда это, как говорится, методом тыка. Ну, вот методом тыка и все себе. Вот типа как сейчас. Вот. А ведь надо. Сосредоточение внимания на себе пришел сильный нарастающий страх смерти. Удовольствие от существования почти улетучилось из-за возможности его завершения. Если можно было перестать быть, если тебе может настать конец, пусть даже в далеком будущем, то как хоть что-то может иметь смысл? Я потратила слишком много времени, представляя тот последний миг, перед тем, как я перестану существовать. Как я могу с таким справиться? У роботов был страх смерти? Как это человечно?
Так, там мы с вами уже решали эту загадочку. Так, ну что ж. Египет, все тот же Египет. Пошли искать пятую загадку. Тут больше нету ничего. Я, честно говоря, забываю, правда, как-то бегать, обыскивать. Но мы вроде тут нашли с вами огонек Прометея. В самих загадках вряд ли что-то будет такого, как бы. С компьютером мы поговорили, в чашу мы причастились. На вазочке мы попрыгали. Все, программа минимум выполнена. Двоечка решена. Здесь так далеко мы бежали, и только за огоньком. Тут, правда, больше ничего нет. Надеюсь, друзья мои, музыка не громко, потому что я, опять же, играю с наушниками другими. И как-то все слышно по-другому, поэтому думаю, что... А, вот оно, смотри-ка, вот они эти воротца-то четыре. Так, пять, шесть... О, слушай, нам дофига надо, чтобы это все открыть. Ладно, пошли. Пошли дальше в эту сторону. О! Как так, я сюда не ходила? Шестнадцать загадок тут у нас. Ладно, друзья мои, идемте все по порядку. Тем более нам рассказывают историю тоже по порядку, так что стоит ее, наверное, послушать. А, здесь я была, здесь смотрела на дерево, здесь я прыгала. Не знаю, стоит ли туда спрыгивать, что за столбик. Три павиана там сидят у основания. Я боюсь, что я убьюсь. А, слушай, это оттуда улетел вот этот кусок. Да, ведь он явно же оттуда прямо. Вот который сейчас летает вверху. Похоже на то, но может быть и нет. Пошли дальше. Ножки. Вот, также в основную игру Талос 2 добавили всякие пасхалки. Ну, честно говоря, я пока я еще морально не готова опять там обегивать все эти безумные километры в поисках. Но я обязательно это сделаю. Ну, как-нибудь потом. Сейчас мне хочется вот именно... Да, здесь мы были. Да, здесь. А, здесь такое прекрасное. Водичка. Жаркий летний день. Ты можешь лечь в эту воду? Цветочки. Ага. Сначала надо бежать все за дворками. Может, мы б сюда и вышли, на эти задворки, так или иначе. С другой стороны, наверное, хорош бегать. Надо, пока еще голова работает. А, как известно, по жаре голова быстренько перестает работать, соображать, да и вообще. Не только голова. Ничего не вижу. Обалдеть, там наверху, между прочим, по-моему, тоже загадка, нет? Вполне возможно. Так, нам надо что? Нам нужно пять. Она вот она. Хорош бегать. Шесть там. Цепь. Что-то новенькое. Что это?
Вот что я это обратно закрыть. Я не могу больше это закрыть. Пошли отсюда. Что это? А, вот оно. Запрыгать по этим столбам сверху, подожди. А это вот из той серии, когда глаза боятся. Это же просто... Я даже не посмотрела толком на эту цепь. Ой, тут у нас есть... Вот. Что-то пошло не так. Мы фрагментированы. Это неправильно. Урил 4. Ага. Ах, как тут Урил-то оказался? Уриэль его еще называли. Как ты тут оказался? Загадка 7. Это та же самая эффект домино, да, та же самая цепь, только с другой стороны. Мамма мия! Вот, друзья мои, посмотрите, что тут творится. Я не пойду к этому монитору. Я нигде запрыгнуть я вряд ли смогу откуда-то. Да, тут, конечно, постарались. Ну что, пошли, пошли, пошли пугаться. Пугаться, цепь. А что у нас есть для этой цепи? Есть только коннектор. А есть только ми. А что мне надо подвести? А подвести мне надо красный свет, да? А так какие проблемы? Подожди. А почему я не могу? Что мне мешает его выбрать? Подожди, я вот этого не пойму. А. Вот так, например, и... Не, я его не могу выбрать. А вот теперь, подожди, брось. Как? Чисто логически. А... Почему я его не могу выбрать? Это же вот коннектор, пожалуйста. Или тут стенка, которая и здесь проходит, и закрывает. Ладно, понятно. Мне надо выстроиться так, чтобы открылось все. То есть, вот подожди, если мы сейчас дадим красный на этот... А... Нет, подожди, подожди. Я вообще не понимаю, что... Кто на ком стоял? Синий мы должны дать на этот. А, они ни одна не работает. Приемники не работают. Все, мы все сломали. Мы все сломали. Подожди, главное не уронить микрофон. Значит, смотри, синие, они должны превратиться в красные, так? Но, подожди, подожди, подожди. За две, да? За две. Раз, два, тогда сюда. А это пересекло, хорошо, подожди. Два за три. А, все. Интересно. Ладно. Оглядываясь назад, я с ужасом понимаю, какой эгоистичной стала. Я действительно думала, что могла создать свою личность без окружающего мира. Словно я могла силой воли начать свое существование. Но это не сработало. И это ввергло меня в депрессию. Все казалось пустым и бессмысленным.
омраченном идеей о смерти. Было что-то, чего я не видела, что-то, в чем я нуждалась, но я не могла понять, что это было. Что это было? Глюпый робот. Так, понятно. Ну, механика, конечно, там, как говорится, просто действительно глаза пугают. На самом деле, ничего страшного, просто слишком много всего элементов. Так, а вот еще один QR-код. Как туда забраться? Наверное, есть какой-то человеческий вообще. Или роботовский вход туда. Давай не будем застревать. Так, что нам тут говорят? Никогда не отказывайся от мысли, что ты можешь стать чем-то большим. Или большим. Ну, чем-то большим. Возможность развития есть всегда. Нефтида 108. А здесь можно самим писать. Так было классно в первом Талосе. Можно было писать записочки. Потом друзья бегали, их читали. А ты читал записочки друзей. Это было так мило. Ведерко нам не оставили, да, с краской? Безобразие. Плохая игра. Так, ну ладно, пошли решать шестую загадку. Равновесие. Ага, вы уже тут такие все заряженные стоите. И куда мне в конечном итоге? Опять тут эта дурацкая цепочка. Так, синенький, красненький, да? Угу. Ну, давай посмеемся. Ты можешь только так делать? А зачем мне сюда можно заходить? То есть ты хочешь сказать, что я могу только сюда провести луч? Вот эта вот пленка, а это стекло, она не проводит никакие лучи. И сюда я могу проходить. Ай-яй-яй-яй-яй, компания. Ладно. Трюм-пум-пум-пум-пум. Так, окей, сейчас мы посмотрим. Опять же, как я говорю, я не теоретик, я практик. Бжик. И нам немножечко не хватать. Чуть-чуть. Что я могу сделать? Сейчас, подожди-ка. Ну, дело в том, что это не усиливает луч. Погать. Тень, уйди. Брось, сказала. Ща. Тут у нас два коннектора. Так, то есть тут, смотри, тут в принципе как бы все понятно. Нам надо усилить эту линию. Ай. Факт, что если я поставлю больше коннекторов, то он усилит.
А нет, он усилил. Да, он же усилил. Да, 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 он усилил, он усилил. Ну-ка, подожди, еще раз. Да, да. Он вот до этого столбика дошел. Так, я права? Вот, и мне надо еще один столбик. А для этого знаешь, что мы сейчас сделаем? Поставим сюда. И... сохранив связи, добавим еще так. Так. Шорт. Отминуснуть-то я никак не смогу. Или смогу? Или смогу? Подожди, подожди, подожди. Иди сюда. А отминуснуть я смогу, если я сюда же дам, например, красненький. Вот это я отминуснула. Я минуснула, так минуснула. Так. Так не получится. Угу. Нет, так не пойдет. Это должен стоять здесь, добавлять. А, нет, он ничего не добавляет. Вот как раз от этого многое получается. Подожди, а если там все-таки... А если там я поставлю синий коннектор? Сейчас, погодь, сейчас я еще поэкспериментирую чуть-чуть. Вот с этой штукой. Нет. Вот. Если сюда не тебя... А сюда вот так. Красный. Вот теперь синий. Но он слишком сильный, понимаешь? Он слишком сильный. А поэтому надо попытаться, мне кажется. Ой, господи. А как, подожди, а синий я отсюда никак не выведу. Нужно ли вообще мне это... нужно ли мне это... Нужно ли мне это... О! Да? И скорее, пока не закрылась. Все изменилось, когда мы начали проводить вместе больше времени. Помнишь ту ночь, когда мы нашли старую библиотеку в городе мертвых? Это было сразу после паники, что мы еще не пришли в себя. Байрон читал нам одну из книг, и позже мы с тобой начали спорить об одной из поэм. Мое видение так отличалось от моего. Это было так интересно, и я лишь хотела услышать больше. Да, противоположности притягиваются, как известно. Правда, они и оттягиваются с такой же силой. Ну, это как повезет. Так, ну что, друзья мои, решилась задачка. Интересно, интересно. Значит, вот... опять же, как сказать, где то математическое уравнение, чему равна
заряженная сфера равна двум коннекторам, типа того, что ли. И здесь изначально стояла заряженная сфера, она была сильнее, а через два коннектора она типа теряет свою мощность, так что ли? Все это надо как-то немножко держать в голове, и боюсь, что нам это пригодится. Так, это я читала, да? Урил, да, Урилла мы читали. Так, ну что, давай закончим. Ой, куда это ты совсем утонул? Где седьмой? Я видела седьмой. Сейчас не вижу. Шестой. Подожди, а я же вроде как включала компас. Где седьмой? Ну, где седьмой? А вот и седьмой. Ладно, друзья мои, давайте я не буду... та самая стеночка. Давайте мы остановимся здесь с вами у интересной, сладкой, вкусной загадочки и решим ее в следующей серии. Ну, а всем, кто посмотрел эту, огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.